вопросом, а потом бы хотел, чтобы мне дали возможность предложения. Владимир Викторович, вот 200 миллионов на поддержку молока, 200 миллионов на поддержку мяса крупнорогатого скота. Очень правильно. Я привык в любых действиях, законах, распоряжениях, постановлениях всегда видеть результативную часть. Тем более сегодняшними системами электронными и цифровыми. Это очень-то все легко делается. Поэтому мне хотелось бы вопрос такого характера задать. Какую результативную часть мы будем иметь при перераспределении? Мы же понимаем, что это не добавка, это перераспределение внутри параметров поддержки ФПК с инвестпроектов на поддержку мяса и молока. И почему не 800? Из каких расчетов эти цифры взяты или просто так? Для того, чтобы просто информативно показать, может, продемонстрировать, и не более того. Борис Владимирович, я прежде чем начну отвечать министра финансов, хотел бы сказать, что рассматривать дополнительные средства в размере почти 500 000 000 рублей как средство что-то продемонстрировать, мне кажется, не совсем правильно. Это внутри параметра. 200 миллионов, как я услышал из доклада, мы добавляем, а 200 перераспределяем с тех статей, которые считаем менее востребованными, чем антикризисные меры по поддержке мясомолочного производства. Но я так понимаю, что мы можем поставить этот вопрос и по-другому перед правительством. Ну, Борис Владимирович, действительно, мы на комитете долго с вами вместе в этой дискуссии участвовали, в общем-то, итоги года мы посмотрели, и те показатели, на которые отрасль вышла по итогам прошлого года. В целом, действительно, видим, в общем, некоторое снижение там по той же чистой прибыли по итогам года относительно 2021 года, но в целом рентабельность, она остается в отрасли в целом, я опять же говорю, понятно, что этот год он будет нехарактерный, наверное, здесь показатели еще чуть ухудшатся с учетом той вот конъюнктуры, которая складывается. Но результаты какие, мне сложно сказать, тут, наверное, министр сельского хозяйства лучше прокомментирует, но наша ключевая задача все-таки сохранить те объемы, прежде всего, которые есть, объемы молока, и, собственно, мы договорились, что объемы молока, значит, и собственно, то поголовье, которое мы имеем. В целом мы договорились, что мы ситуацию мониторим, смотрим, и насколько она будет дальше развиваться, мы еще раз будем собираться, еще раз находить пути решения. Все-таки надеемся и на федеральную межподдержку. В прошлом году, вы помните, была ситуация тяжелая по ценам, но в принципе федеральная поддержка была в конечном итоге оказана. Поэтому вот мы рассчитываем все-таки, что это же проблема не только Красноярского края, вот то, что сегодня происходит, проблема всех субъектов. Поэтому, мне кажется, какое-то системное решение на федеральном уровне все-таки по отрасли АПК должно быть. Мы будем смотреть дальше.